Всех приветствую на канале Helping Animals. Она тряслась от холода и страха, сидя на чужом пороге, голодную собаку с облезлой шерстью предал хозяин. Был морозный зимний вечер. Мужчина, живущий в одном из уютных домиков Эрлтона, решил выйти вечером на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Каково же было его удивление, когда он увидел на своем крыльце чью-то собаку. Животное выглядело ужасно, собака была болезненно худой и испуганной. Она тряслась от холода и страха, глядя на незнакомого мужчину. А хуже всего было то, что бедняга потеряла почти всю свою шерсть. Видимо, она страдала от серьезной кожной болезни. Хозяин дома не смог оставить животное на улице. Он впустил собаку в помещение, чтобы та могла согреться. Затем мужчина позвонил в полицию и связался с представителями общества защиты животных Columbia Green Humane Society, СПК. Затем на страничке сообщества в Фейсбуке появился пост с рассказом о собаке. Животное нуждалось в срочной медицинской помощи. Оказалось, что у малышки запущенный демодикоз, из-за которого она потеряла большую часть шерсти. Кроме того, ветеринары обнаружили множество травм и ушибов на теле животного, а также несколько открытых ран на морде и шее. Только благодаря неравнодушному мужчине собака осталась жива. Если бы она провела еще какое-то время на улице, то наверняка погибла бы. В приюте малышке дали кличку Пенни. Люди смогли помочь ей, и собака начала медленно идти на поправку. Сейчас Пенни практически здорова. Она отлично себя чувствует и ведет себя так же, как и любая другая жизнерадостная собака. Вот только шерстяной покров малышки уже никогда не восстановится полностью. Зато Пенни имеет возможность хорошо питаться, много спать и хорошо кушать. А ведь собака очутилась на улице не по доброй воле. Правоохранительные органы выяснили, что Пенни была домашней, а хозяин просто бросил ее на морозе. Но самое главное, что с Пенни сейчас все в порядке. Вскоре волонтеры подыщут для нее нового владельца, который никогда не предаст ни в чем не повинную собаку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.